В Махачкале сегодня разгул стихии. Из-за сильного ветра снесло крышу гаража при одном из домов столицы. Жертв и пострадавших нет, сообщает МЧС по Дагестану. Кроме того, было получено сообщение о том, что в Махачкале по адресу улица Керимова, дом 5, в результате сильного ветра дерево упало на многоэтажный дом. Жертв и пострадавших также нет. На месте работала группа спасателей МЧС по Республике Дагестан.